Dick in the S. Спасибо большое за донат. С текстом. Сколько не вслушивался, так и не понял, о чем тут текст. История то понятна про это письмо, но суть текста так и непонятна. Еще дальше в донате написано. В общем, слушаем. Поцелуй, может быть, типа в том смысле, что, короче, след от губ, короче, помадный остался. Но однажды твой конверт упадет к его ногам, и заветный поцелуй поднесет к его губам. Ты мечтала много раз, но поверить не могла в то, что письма о любви не уходят никуда. Ну, инструментал прикольно сделан. Жирные гитары такие. Не знаю, типа... Тёлочка хочет любви, но... Не может понять, кому же ей отправлять свои поцелуи. Что-то такое, наверное, по смыслу. Да, странный такой текст. Ну, бля, я думаю, тут надо быть все-таки пидовкой, чтобы понять. Вот, может быть, в комментах что-то пишут. Спиздили песню. Ладно.